может быть, какие-то неудобства это создаст. И вайшнавы во Вриндаван, когда они собираются, все говорят о Матхе вместе, и пойдет прославление каких-то вайшнавов, там очень много рассказывает истории о том, как начиналась проповедь в прошлом веке. То есть фактически проповедь началась в прошлом веке, как при Батисадзе Сарасвати Прабхупаде. Он только дал небольшое обучение своим мальчикам и отправил их, езжай, просто езжай проповедовать. И вот когда описывалась история с Бхакти Вилья Парати, Кесава Махараджа, когда его прославляют, он пишет о себе, говорит, я не знал, куда ехать. Я просто решил, купил билет на поезд и куда-нибудь поехал. Меня попрали проповедовать. Прабхупада сказал, как я могу ослушаться. И он купил билет на поезд и поехал. А потом он решил, где-то ехал, думал, ну тогда я вот тут вот и выйду. То есть он не знал, куда он вообще едет. Он решил просто выйти на эту станцию, и к своему удивлению, где стояли там целая семья людей и ждала его. Ждала его с цветами, ждала и пригласила к себе на проповедь. И вот он когда-то, он это все принял, он сразу это принял как особую милость Прабхупады. Что происходило? Вот женщина, которая позвала свою семью встретить его, она была праведная женщина, как бы у себя в деревне. Ей пришел сон как раз перед приездом в Бхарати Махараджа. Мне пришел сон о том, что пришел какой-то великий саньяс и сказал, что завтра приедет мой ученик, ты его прими, и он даст всю харикатху. То есть нужно организовать ему программы. Есть, поскольку Махапрабху находится в сердце каждого, а также с Махапрабху находятся все вайшнавы в сердце каждого. Но они просто ждут, пока использовать наше тело. Это мгновенно все устроится. Вот когда, например, однажды была история, тоже коротко небольшая. В Навадвипе, когда Чанкази сломал Вридангу, и когда все вы преданные боялись, и Шивастакур очень сильно боялся, сказали, что если вы еще будете играть на Вриданге, то мы всех заключим в тюрьму. И все преданные сильно боятся стали. Тогда Махапрабху пришел и сказал, чего вы боитесь? Я нахожу сердце у каждого. Он позвал себе маленькую племянницу Шривасы и говорит, смотрите, Малини, давай пой. И она запела. Она запела Кришне, у нее были кажется сакти бхавы на теле. Она сразу моментально достигла премии. Он просто показал о том, что Махапрабху, он может изменить каждое сердце, но ему нужны эти игры. То есть нас просто приглашают в эти игры Махапрабху. Махапрабху за мгновение может изменить весь мир. Но это игры, это гоуравилы, в которых особое предание, можно получить особое служение Господу. О, Харе Кришна. So, when coming, this is the Kali Yuga, you know. This Kali Yuga is very, very furious. This Kali Yuga. And this explained by Prayana Kalpa Alpa is a Sabdha Kali Vasmini Jugajana Manda Sumanda Matayo Manda Bhagya Chukadu. So this Kali Yuga, you know, Prayana Alpa is a meaning in Satya Yuga they are staying 1 lakh year they are staying. Tritya Yuga 1 0 finish then coming to 10,000. Dwapar Yuga coming to 1,000. Then this Kali Yuga 100. Even not staying 100, maybe, you know, they are very quick, you know, very quickly they are left body, you know? Very quickly, so many diseases, I heard this, I asked how many people, you saw Russia, mostly ladies, more, you know, gents so much less, so I asked him why they are gents, very less, so much ladies, well, you know, gents that drink alcohol, so very quickly they are left body. Like 50-60 years they are left the body. So see Kali Yuga ji, very, you know, they are very, very, and any time they can do die. Any time, or India, maybe you look this year TV, they are going to some Kedarnath, you know, there are very big accident. Billions people there, you know, destroyed there. And some day before Muslim Hindu make a dead writing that so many people die. You know, so artful. So this Kali Yuga, this life is a very sad life, yeah? Very, very sad life.
and a short life, and also if somebody life very long life will manda, their mind is so stupid. You know, they should not doing bhajan there. Not doing bhakti, so many watching TV, talking, drinking, doing so many nonsense thing. So telling this Kali Yuga, what can it do? This one, this Kali Yuga came down, Sonu Gadi Rishi Lohu, very, very appreciated. Писаниях Шримад-Бхагаватам говорится, насколько это несчастливое время Кали-Юга. О том, что это время раздоров и лицемерия. В другом одни раздоры, одни конфликты, стрессы и лицемерие. Один обман, обман, обман. Прежде в Сатья-Йогу Писания говорят, что человеческая жизнь, жизни хватало, чтобы прожить это, жизненной силы хватало, чтобы 100 тысяч лет. Третья-Йогу уже меньше на 1-0, уже по 10 тысяч лет жили. В два порога еще на 1-0 меньше, 1000 лет. Уже этой жизненной силы хватало, чтобы 1000 лет прожить. Кали-йогу рассчитывает, жизненная сила дается только на 100 лет. Но кто доживает сейчас до 100 лет? Махарадж говорит, езжу по России, я одни вижу женские лица. И когда я спрашиваю, где тут все мужчины, то есть реально, едешь в поезде, одни женщины сидят. Особенно для него это большая, потому что в Индии едешь, одни мужчины едут. А в русских поездах одни женщины едут. Махарадж меня так спросил, так ненароком, где же тут мужчины, то есть нет. Ну, я объясняю просто, вот обычно по статистике мужчины, они умирают до 60 лет, а женщины до 70-80 лет. Понятно, пьют, значит. То есть пьют, болезни, конфликты. Мало кто действительно доживает до этих 100 лет. А говорят, вы видели по новостям, что было в Гималаях? Там... Гималаи – это самое главное паломничество в Индии. Сколько там много людей в Индии, так приезжают еще не только каждый, он мечтает посетить Гималаи, это 4 дхамы, но еще и из других стран приезжают. Так вот, просто пошел поток воды, грязевой воды, и смыл тысячи людей, без вести пропавших. Просто здравствуйте. Жизненная сила, может быть, у них и хватало прожить дольше, просто одно мгновение никто не предвещал, и тысячи людей нет. 70 тысяч. 70 тысяч людей нет. То есть это очень редкая возможность, что как жизнь человека. Манда суманда матайо. И даже если и есть у тебя время какое-то, то есть 100 лет, то при этом ум – это самый главный враг. Ум в Кали-йогу не такой, как в Сати-йогу, в Двапара, в Трета-йогу. Ум в Кали-йогу очень плохой, только слова под него подобрать. Он человека только на самые низшие инстинкты направляет. Yeah, manda sumanda mate. If somebody some long life not their God in sadhu sangha. If somebody, you know, manda sumanda mate, you know, very, very bad, you know, their mind always looking, not going high, always going to down. Drinking alcohol, smoking that movie, you know, if some time, you know. So Lord telling this human being is very, very rare. Only human being only try to bhajan, only to bhajan. Any life you can't come to bhajan. For so this give this human life only for bhajan. You time watching movie, talking that, not to bhajan. Very, very bad. And jhupadurta, sometimes what happening? If somebody want to bhajan, like his wife, she try to bhajan, husband never be, no. Even drink alcohol, go cinema, okay. But to be bhajan, you love country, no. What is this? If sometimes husband doing bhajan, wife disturbing, wife disturbing, husband disturbing, sometimes son was doing bhajan, father, mother, what is this? Yeah? Wife doing bhajan, you know? So many kind of problem is Kali Yuga. And this Kali Yuga is coming very
slowly, 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 slowly come very grievous time when after very, very bad situation coming. Scripture telling man become very small, you know. And that time nothing any chest did any next day. Drinking, moving, very slowly, slowly coming very bad situation. Now the Swami Gaud recently opened and saw this Kali very, very dangerous to do, you know. Then went to Brahma, Pitamahatkanet. How you can save from this Kali Yuga, socially, taking very fierce, you know, very bad situation. Then Brahma was telling, okay, I can, my created one, this my mind, you know, chakra, I throw. Where this chakra, you know, hold out, they understand that place is a very beautiful place. And you can do, keep doing bhajan there, then Kali, you know, in place with Kali not coming there. Каково сильное и пагубное влияние Кали в данное время, даже если у тебя очень-очень короткая жизнь. И как сильные болезни эту жизнь укорачивают, то есть когда человек вообще в сознании находится при этой жизни. Как сильно, сколько проблем приходит в Кали-югу, например, если насколько жизнь, вообще жить, даже если бы это 100 лет была, насколько это редкая возможность. Весь этот мир, он состоит из маленьких-маленьких крошечных джив. То есть даже вот до этого Махарадж говорит, полстакана воды, там этих жизней, там столько джив, сколько больше, чем человечество всего на Земле. А так полна вся Вселенная, всех этих живых существ. То есть это ж какой шанс родиться человеком по сравнению со всеми остальными? Это в уме не представить такую циферку. Так вот, и вот эта жизнь, она еще и очень хрупкая. То есть, помимо того, что она очень короткая, она очень редкая, она еще очень хрупкая, она всегда может обломиться и сломаться по тем или иным причинам. Или человек сам может с ней расстаться, или ему помогут расстаться с ней. Либо то, либо это. И помимо этого, человек еще, ему в Кали-югу работает так, что человек даже не понимает вообще этого никак. Он даже свои краткие моменты сознания в теле человека, он тратит на телевизор, сериалы, кино нужно посмотреть, общаться там на то же самое, что делают все остальные животные. То есть, ему такой редкий шанс падает понять это, и он растрачивает на то, чтобы просто свои инстинкты употреблять. И когда наступает такой Кали-юга, она устрашающая для всех, она устрашающая не только для этой планеты, потому что она буквально имеет это влияние на все мироздание, то есть на всю Вселенную. И когда великие личности, вот Шауны Кариши, другие, Риши, Муни, они очень боятся наступления Кали-юги, потому что невозможно практически совершать баджан в Кали-югу. Потому что только если ты начнешь, захочешь это делать, тебе то болезнь начнется, то вдруг муж скажет, нет, нельзя совершать баджан, можешь пить, курить, можешь ходить на вечеринки, но только не это, какой тело, какие кальтималы, это что такое? Только лишь жена начнет совершать баджан, муж ей прекратит, или я, или это. Только лишь ребенок это захочет делать, сразу родители скажут, нет, иначе ничего не получишь. То есть только в Кали-югу только проблемы, все идет просто наперекор баджану. Когда Шана Кариши, он возглавлял всех Риши и Муни, обратился к Браме за помощью перед наступлением Кали-юги, говорит, как же мы можем совершать свой баджан, ведь наша жизнь такая короткая, редкая сейчас. Сейчас у нас будут такие проблемы. То Брама из своего ума создал чакру и бросил ее на землю. И в то место, куда она упала, там она как Данда Карана, видишь, Данда, лес это называется, Малмишаранья. И это место считается, что оно чисто от влияния Кали-юги. Вот там Риши и Муни спрятались, от Кали-юги совершает свой баджан. When you are coming, Вриндаван, when coming,
you try once, you can go to there. Next, after Kartik, next year Maharaj you told. Yes, after Kartik, you try to go to Maharaj обещал. В этот раз вы после Картики ездили на Курукшетру, посещали все места Курукшетры. А в следующий раз после Картики мы едем на 5 дней на север Индии по местам, где были игры Господа Рамачандры. И посетим это место Наймишарани, посетим, где Рамачандра жил, где он там делал. Вот интересно все эти места. На 5 дней едем на Парикрама. Yeah, they are given to Sakhi बोले Sakhi देता है Sakhi क्या बोलते हैं अभी वो स्थान Sakhi देता है भगवान राम यहाँ भजन किया था reference yeah reference में Sakhi दे still now when go to that place still witness? Now that place Sakha, witness witness to you know there when Ramchandra now you can king now bringing so many places very holy water for this abhishek but kai he asked some benediction so he went to forest what did one well there all water put to one way that one big way but very surprised thing there are four you know there are four karna there are four pot when you put this water one well but there are four kind of taste of water but well there are four kind of taste this water till now this water like this. Мы посетим самые различные места, которые являлись свидетелями игр Господа Рамачандры. А он, особенность игр Господа Рамачандры в том, что людям можно было видеть о том, что он Бог. Там было очень много таких божественных, как бы сказочных феноменов. Например, вот место, оно до сих пор можно, например, это одно из тех мест, когда делали Господа Рамачандру Абишеку, Кайкея велела вылить это после Абишеки в один колодец. Там такой широкий колодец с четырьмя углами. И до сих пор, несмотря на то, что это было с Трета-йоги, до сих пор, если человек будет пробовать воду с четырех разных сторон колодца, будут разные вкусы. То есть Абишека делается из разных ингредиентов. Вот, то есть оно сохраняет вот эти свои исторические свойства. Yes. So... When Hanuman he brought this Lanka and he came, you know, sit on hill, sit on hill. Usually there one stream manifested, you know, then Hanuman began to burn, began to cool this body. Still now, until the upper jug, still now, water is the color of the water. Там есть место, в котором сидел Хануман, когда он родился, и в этом месте он по его желанию там. Он пожелал охладиться, и струя появилась прямо из горы. И вот до сих пор там этот поток воды. Yeah, now still there are so many places, you know, we need to give witness to Krishna's, Ram's pastime happening here, there, the nice place. Там очень много мест, которые посещают. Okay, хорошо. Now... And Bihar also there, no? Huh? Bihar also there. Yes. То есть там, где Гурудев родился, он жил в местах игр. Господа Рамачандра родился тоже. So here, you know, once there Saunaka Devi sees once, very long time, you know, they are being sacrificed, you know, to sacrifice, to serve up, but hard not any happiness. Even doing jagya, this whole body like this, burnt like this, all here is the bird like this, but they are not getting happiness. And once they are doing all seva puja, sit down, the desire of Lord, they are Sutta Goswami came. When Sutta Goswami came, Saunagadri Siloga, so much respect to him, gave this asan, and they tell him, oh Sutta Goswami, mercy of your Guru, you are got all knowledge, all, you know, all Siddhant, you are got all knowledge. So you are telling how somebody attained this all knowledge. Well, mercy of Gurudev, mercy of Gurudev. And necessary some sisters heart, Bruhi Siddhant sisters. But then somebody disciple heart, all Siddhant manifested. Necessary this disciple heart became pure, you know, complete pure, not only duplicity. Then Gurudev, all this all Siddhant Tattva there manifested this heart. Unnecessary Seva Briti, service mood. Without service mood, not. No, Gurudev never gave the all knowledge to him. But your heart is so simple, your heart. So mercy of your Gurudev,
all kind of Ved, Upanishad, Puran, in essence, everything you are understand. So then there will be some questions. Начинается Шримад Бхагаватам. Описание Шримад Бхагаватам начинается с того, как вот в этом лесу, на Мишаране, множество риши, во главе Ишона Кариши, они совершают большие яги. Яги, что, чтобы очистить Кали-Юга. Совершают очень долго эти яги. Хорошо писать, что так долго, что и все равно не испытывают удовлетворения. Он уже черный весь, в зале, то есть очень долго длится, вообще ведические яги, они очень долго длятся, по несколько месяцев бывает. Они совершают, и не испытывают удовлетворения, и тогда приходит Сута Госвами. Сута Госвами является учеником Шукадева Госвами. Сута Госвами, Сайпала Шукадева Госвами. И учеником Шукадева Госвами. И тогда Шона Кариша несказанно рад этому, он приветствует ему, усаживает и говорит: «О, великий Сута Госвами, вы обрели милость Гуру». Милость Гуру обозначает, вы обрели знание Гуру. Когда Гуру помещает знание в сердце своего ученика, когда Гуру видит, Гуру — это вечная личность. Он помещает это знание не только при жизни, как-то, например, его видно. Гуру может в любой момент помещать это знание. Так вот, когда Гуру видит, что сердце ученика становится чистым, когда гуру видит, что ученик, он оставляет, то есть чистым от чего? От лицемерия, от притворств, от ложной гордыни. Вот тогда гуру передает свою особую милость ученику, к нему приходит знание, истинное знание. И Шона Кариши, он приветствует Сута Госвами и говорит: вы обрели милость своего Гуру, пожалуйста, подарите нам эту милость, чтобы поведайте нам знания. За этим вопрос начинает задавать. Yeah. So, here, teaching here, if you think, oh, I have so much knowledge, I have no Sanskrit, I am so much intelligent, himself I read, understand, here will never. This is Bhagavad Vidya. Completely like this, this material world can do. If you have some scripture, some book, but without any teacher, expert teacher, you cannot read this scripture. Even you are trying to study any CA, any doctor, engineer, you have the scripture, but without any expert person, you cannot read this thing. Yeah? You cannot understand. If this ordinary, if you don't understand, this is a completely spiritual, where your mind, this material mind, cannot touch to this thing, you know. So telling scripture like this, you know, before I tell, only they are telling word, not any bias. Like this, you listen, one word, how many way going? I think, how are you? Only word. That meaning, how, like this, kahan gaye the, kya hoga? Where did you go? I mean, kahan gaye the? Like this, how are you, no? This is how are you, like this, one word. That meaning, I am don't know how I am. Oh, how are you? Yes, yes. What, this is the only word. How are you? That meaning, how are you? I know. That meaning, how are you? How are you? Yes. That meaning, you know, even there only one word. But only little bit sound, little bit change. Different. Complete different. Only word is the word. Like in scripture, only word was right there, but their tone is not there. How is the manifested word like this Gita, Bhagavad, Lord, what he said, how you can understand? Only when some pure devotee can know heart of Lord. Only when pure devotee know heart of Lord. Only they can understand. I am not understand. So guidance of a guru, when you study, then you can completely understand, then you can not understand. Махарадж говорит, невозможно понять Бхагаватам своим интеллектом. Невозможно понять любое трансцендентное знание, любое писание своим интеллектом. Для этого недостаточно быть очень интеллектуальным. И это не только, это не то, что нужно для Бхагавата. Недостаточно, надо разбираться в санскрите. Для того, чтобы понять Бхагаватам, для этого нужен учитель.
очень опытный учитель. Вайшнав, в сердце которого живет Бхагавата, Вайшнав, который представляет собой живой Бхагавата, живое знание. И чтобы понять вот просто, как бы, чтобы это было не просто для нас словами, а очевидной истиной, даже материальное знание, даже если, например, описано определенное знание в каком-то медицинском журнале, ты же не можешь, прочитая эту статью, разбираться в этом знании, если ты далекся от всего этого. Просто написанного недостаточно. Для того, чтобы это разбираться, тебе нужен очень хороший специалист в этом деле. Только он сделает тебя возможным, что ты понимаешь то, что написано в этой статье. Может, даже простая фраза «Как ты поживаешь?». Вот. Та же самая фраза может иметь совершенно разные смыслы. Например, я спрашиваю: ты как поживаешь? То есть я не знаю, как она поживает. И я говорю: ну и как ты там поживаешь? То есть я уже понимаю то, как она там поживает. И я спрашиваю: ну что, как ты там поживаешь-то? То есть я тоже определенный смысл туда закладываю. Вот точно так же, только лишь слушая от вайшнава, который уже знает значение. Он со своими бхавами, своим сердцем может передавать это знание, что на самом деле скрывает в себе Бхагаватам. Для этого недостаточно читать и разбираться в санскрите. So here, Prabhupada gave this commentary, who asked to whom? There are Sonugadi rishis, they are asked to Sutta Goswami. So Prabhupada telling, Sutta is a very, very lawyer caste person, Sutta, who is the chariot, driver of chariot, or India is the lawyer caste. And the Saunagadi Rishi, they're the great person, they're asking some ordinary person, some lawyer caste. So Prabhupada, that is the teaching. Teaching is that this bhakti life, not consider when you are very, take birth, very high class Brahmana family, that they only can understand, who can take their loyal family, they can understand, no. Bhakti is the Swatantra, no, independent. He can manifest it anywhere. So Krishna Das Kaviraj Goswami telling, Jai Bhaja Sai Bada Abhakta Himichar, Krishna Bhajana Naha Jati Kulati Vichar. This Krishna Bhajana considered to be cool and jati, but considered. Jai Bhaja Sai Bada, who is the doing bhajan? He is the superior. So Premananda Thakur telling, एमन की करे भरण को जय कुले तन जन्म ना है केवल भक्ति मूल ये मैं चाहिए तो भक्ति यू कैन टेक बट एनी फैमिली एनी डायनेस्टी नो जब एग्जांपल बोल कपि कुले धन वीर हनुमान हनुमान इज मंकी और इंडिया मंकी इट्स नो नॉनसेंस नो इन मंकी एंटर अ हाउस विल कंप्लीट हाउस बिकम इंप्योर वास यू नो इट्स अ बट इन मंकी हाउस इज डेमोनिक एंड विभीषण ही द राक्षस डेमन पर्सन यू नो But when Ramchandra is sitting and asking, he gave same place he gave to him. Yeah? And this is the Sugriva, he is the monkey. But he is the Ram's afraid. And Prahlada Maharaj took birth in the demonic, you know. But now, how is the great devotee, Prahlada Maharaj. So Gopi is the toughest devotee of among the everybody. The Buddha is one food dust of this Braj Gopis. The food dust of Braj Gopis. So there give example, main thing is the bhakti, that main thing are considered a very high class family, they have never known. Bhakti, in any place, you can manifest it. Yes? So bhakti not considered anything. Смотрите на эту ситуацию. Шонака Риши возглавляет самых возвышенных Риши и Муни. То есть он обладает самым высшим положением среди них. Приходит Сута Госвами, и тот ставит его в положение учителя и хочет обрести у него знания. Он ставит его выше себя. Кто такой Сута Госвами? Сута Госвами по рождению в семье Колесничего родился. То есть это самый низший класс в обществе. То есть это не интеллектуальный, то есть ни деньги не зарабатывает, ни людьми управляет, ни интеллектуально занимается деятельностью. Это те, которые просто занимаются какой-то наемным рабочим, то есть это из класса рабочих фактически, то есть из класса водителей, шоферов по-русски.
Так вот, сута госвами, неважно, из какого ты пула и джати, как Примананда Дас Тхакур поет, неважно, в какой ты семье родился, и неважно, какое у тебя там образование, какие у тебя качества материальные. Для этого нужно бхакти в сердце. Бхакти в сердце обозначает простодушие. Бхакти в сердце обозначает, когда ты служишь своему гуру. И вот это и есть главным критерием для того, чтобы понять бхакти, услышать и принять, и чтобы в сердце вошло это знание. И такой человек может передать это знание. Так вот, Шоуна Кариша, он встречает этого Суту Госвами, усаживает на возвышенное положение и начинает ему задавать самые главные вопросы. Именно качество бхакти в сердце определяет гуру. Вот, например, в Индии, кто был, они знают обезьяны, насколько это грязные животные. То есть, как бы, какой у них образ жизни там вообще. Если обезьяна ворвется в дом, после этого весь дом чистят, поскольку она и в помете, и там, и насекомые, и все остальное. То есть дом считается нечистым. И взять Хануманом. Он является обезьяной, но он стоит во всех алтарях по всей Индии. Он тем самым очищает каждый храм. Почему? Потому что он, в его сердце бхакти. Если, например, взять... Вибишан. Вибишан даже не в семье обезьян, он в семье демон ракшасов родился. Они занимаются очень-очень плохим жизнью. Жизнь у них очень нечистая. И кофе они там пьют, и сельские силы развивают. Ракшас, они не с ракшасы. Несмотря на то, что он из такой семьи, Господь Рамачандра, ему, да, когда они сажаются в тронном зале, он дает ему сиденье наравне с собой. Все почему? Потому что бхакти в сердце. Прохлада Махарадж в семье демонов родился. То есть они ниже по положению, чем люди. И все равно Прохлада Махарадж является вершиной, называют самым там, чистым преданным Прохлады Махарадж Бхактаправара. Прохлада Махарадж Киджай, Бхактаправ, высшим среди преданных, его называют, а он демон по рождению. Не это определяет, не материальные качества определяют положение человека, не это определяет вайшнава. Или гопи Удава, он был всеми признан как самая выдающаяся личность на планете. Почему? Потому что он был настолько разумный, настолько интеллектуальный, настолько у него настолько высокие качества, положение в обществе было, что он равного себе гуру нашел только среди брихаспати. Не было равного гуру для него на земле. И вот этот Удава, когда приезжает в Вриндава, он молится о пыли со стоп пастушек. Женщин-пастушек, которые занимаются просто доярки по-русски. Чтобы что-то было совершенно по-русски. Женщины, которые заботятся о коровах, которые дуют коров, доярки у них. И вот этот Удава, он молится со стоп гопи. Они сам показывают то, что они гораздо выше по положению, то, что они выше всего по положению. Не принадлежность, не какие-то материальные качества, не какое-то положение в обществе, не какая-то семья определяет положение вайшнава, а именно бхакти в сердце. Джай Кришна Таттавита Сайдхува Кива Бипра Кива Няси Судра Канна. You know this poem? Кива Бипра Кива Няси Судра Канна Джай Кришна Таттавита Сайдхува. So, you know, you can look there, or there, maybe one Radhanath Maharaj, Jai Patna Maharaj, ISKCON, but they are coming from Western country, you know? They are Christian, but now they are my disciple to Hindu. There was the disciple Brahman also, they are disciple. Brahman, no, they are disciple. Yeah. So, this way, you can parallel. He's Christian. Previous. He was a Christian, they are coming from Western country. So, and there, so this way Prahlada Maharaj is telling, you know, Brahman, they have 12 qualities, Brahman. Telling this material world, you cannot saw
if you only one quality, very difficult to 12 quality of the Brahman. Very difficult to one quality find out some Brahman. Very difficult. Prahlad Maharaj even have some 12 quality, all 12, but he is not doing bhajan. But one person to his family very loyal, the Sudra, but he have no any quality. But he have only one quality. He chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. So Prahlad Maharaj telling me the chanting this one. Put bhajan, put tila, kanti, mala, you know. Put the bhajan, you know. Who is the Brahman? Is the Brahman? Brahman have 12 qualities, but in the bhajan, you know. So he himself cannot be liberated. How liberated some family? But who is the bhajan? Even if the lower caste, himself he can liberated, and he also 20. Purify of 21, generous and purify. He is being bhajan, so powerful. Он говорит, ну, даже независимо от того, как Сей Джете, Сей, не помню, в эту песню, здесь поется о том, что вне зависимости от семьи, вне зависимости от материальных качеств, только тот, кто знает Кришна, так, вот, тот является гуру. И So there is one, there are some. Вот, например, в Исконе один западный Махарадж, Раганат Махарадж. Он в Индии сейчас хорошо проповедует и дает брахманические посвящения индусам. То есть сейчас Брахман, даже если у Брахмана будут все 12 брахманических качеств, которые описаны в Шивадбхагаве, но если при этом у него не будет бхакти в сердце, какой человек даже себя не сможет очистить, его жизнь напрасна. А если человек, если нет этих брахманических качеств, если человек, это было такое стих, называется, даже если человек совершенно из простой, да, из семи собакоедов написано, но у него есть сердце бхакти, то он очищает и себя, и свой род. То есть он очищает все 21 поколений своего рода. Now there is Sanduga Dirisi, now doing the six question to Sutta Goswami. This question not for Sanduga Dirisi, this question for us. Very, very important question. Very nicely can try hard this question. And try to remember it. This is a question not for them, but a question for us. You are don't know what to question to some sadhu. You are don't know what to question. So they are get teach. И сейчас Шона Кариша начал задавать вопросы, вопрошать у Суты Госвами. И он задает 6 самых главных вопросов. Махарадж говорит, постарайтесь все запомнить, да, эти, потому что эти вопросы, они больше не для него, они для нас всех нужны. И порой подчас мы даже не знаем, с какими вопросами подойти к саду. Даже когда хотим у них какую-то саду санги, мы не знаем, о чем спрашивать у сада. Запомните эти вопросы, вы их спрашиваете. So try remembering. Okay. This is the first question. You know, first question is that, like this material world, if you know, sometimes what I'm thinking, not telling you how. No. Who is? Shreya. What is this Shreya? Shreya meaning, like this now, you have a boyfriend, girlfriend. Yeah, I have no girlfriend, happy. After a time, maybe some digital, then you have become some digital. You have no money. Some money, by how this money should be happy, so many digital, you know. I am not this. After some day, you have some problem. This material world you can look, if you can get something after again come this problem, this material thing never get in eternal happiness. The question is, which kind of thing, such a thing, when you cut this complete peaceful whole life, never coming any kind of disturbing, that is the idea. Shona Kanish, is that your question? Что такое Шрея? Шрея переводится часто по-разному и указывает на
можно сказать, что является высшей целью, что является для меня благом Шри. Это определенный путь, по которому человек следует по этому пути, обретает мир, покой, счастье и обретает все остальное. То есть Шри обозначает, он достигая этого, он обретает совершенство. Это все заключено в слове Шри. Например, мы сейчас думаем, ну вот, главное, это чтобы в моей жизни был хороший бойфренд или хороший возлюбленный. Тогда он и обо мне позаботится, и у нас будет прекрасные, радостные взаимоотношения. Но потом по жизни оказывается с деньгами проблемы, взаимоотношения проблемы, ценности разные, и появляются из этого только проблемы выходят. Или кажется, вот, если я обрету вот это нечто, например, квартиру там или машину, то у меня проблема решается, а оно наоборот вызывает проблему. И Кошуна Кареша спрашивает о том, что же является Шри, что же есть то, обретя которого ты на самом деле получаешь и мир, и покой, и счастье. Yeah, this same question also, this is one thing. Another thing is that this material or something, if you are some rich person, very so much money, you have this, that, you are thinking, oh, necessary, I have more money. More than he is also, more money, necessary, I want like this some person, more famous name they have. Your question is that, this material, what is such a thing? When you cut this thing, then you think, not more than any more happiness, not more than of this anything, So Bhagavad Gita telling chal labhata chaparam labam manyata adhikam tata. So telling jam labhata chaparam, when you got such a thing, you got such a thinking, not this world more than some happiness, more than some being, more than some superior, never this life. То есть вот это Шри несет под собой еще и значение полного удовлетворения. Даже иногда, если человеку кажется, вот он очень материально обеспеченный, очень богатый человек, он все равно посматривает на того, кто более его богаче, и хочет обрести его положение. Даже добившись того уровня, он знает, что есть еще кто-то богаче, и он хочет стать его. То есть постоянно, это неудовлетворение, постоянно как бы желание дать больше, нет этого удовлетворения, то сколько бы ты ни имел. Так вот, Шрёма Кришна спрашивает, что же такое можно обрести, после которого ты будешь испытывать удовлетворение, потому что ты обрел все, что тебе было нужно. Ты не будешь искать чего-то, какой-то другой. Ты будешь считать, что то, что ты обладаешь, это самое высшее, полное удовлетворение. Это вот по словам Шри Рупы. Yeah, so like this, you can tell that after missing Dhruva Maharaj, when Dhruva Maharaj went to austerity, that was a deep desire, I am become king. How possible my younger brother will take my kingdom? I am the elder brother, I am right, but this position. My mother is the Raj Mata. How possible the Suruji become Raj Mata? My mother, but when austerity, when Lord gave darshan, then Narayan asking, I am such a person, you Shankar, Durga, any another demigod, what you can aunt, they can not do that. There's some limited, but Narayan telling, what you want, I can give everything. What you want, you can ask me. Dhruva Maharaj, Prabhu, before I am to do some list, I am trying to find some broken glass. If somebody try to find some broken glass, he got the chintamani. This world, who is such a person, foolish person left this, this chintamani, ask some broken glass. I am take darshan of your lotus feet. Your lotus feet even big, demigod, receive money for them also very, very rare. I am take darshan, complete, I am satisfied. I don't want anything. If you want to give something, you give your associate to Vaishnavas. Always I try to listen Harikatha. Doing your bhajan, I am nothing in desire, But God, by force He gave, we don't want. God gave. Now, He is the king of the whole world now, by force. And 36,000 years,
But when he returned, he was weeping. You know, a whole world went to fight, became king, you know. But he's weeping. Well, why weeping? And the Lord, he cheated me, you know. He cheated me. He gave this material world again. He gave the mind again. You know, I got darshan of Narayana, I got his bhakti, but he cheated me, you know. How this bhakti is such this? And he himself, he realizes this thing. Гуру Махарадж, совершая свой баджан, Друва Махарадж отправился в лес совершать свой баджан. Он пошел в лес, потому что был очень ущемлен своей гордыней. Он принц, он старший сын Уттама Махараджа. Его мать является старшей женой, а ему младшая мать указал о том, что он не имеет права даже на коленях у отца сидеть. Не то, что о престоле. То есть он ему по положению, по роду, он должен быть следующим наследником. А ему мальчик повелел о том, что ты не имеешь права своему отцу на колени забираться. Только если ты родишься, будешь поклоняться Вишну и родишься от меня, тогда ты это можешь делать. Вот этот, кстати, уже уязвленным самолюбием он отправился в лес, чтобы поклоняться Вишну, чтобы обрести еще... Даже не такое царство, как у отца, а чтобы еще больше царства, как у отца. Но когда он получил даршан Господа, когда перед ним была красота Господа Нараяны, он просто, и Нараяна говорил, я могу тебе сейчас дать все, я могу тебе дать гораздо больше, чем Дурган, чем Шива, потому что он действительно способен дать все, что ты хочешь. Когда маленький Друва заплакал, говорит, я был так глуп, я просил просто жалкие осколки стекла, я вижу теперь о том, что я хочу только лишь служение тебе, я хочу только лишь быть с тобой всегда. Но Нараяна ему силой отдал царство, он силой дал ему самое большое царство, еще больше царства, чем у его отца. Он ему дал целую Вайкунту, которая находится в этом материальном мире, полярная звезда. Он сначала на земле, он правил, и когда Друва Махарадж шел после этого баджа, возвращался домой, он просто плакал и рыдал, потому что Господь обманул его. Он теперь понял о том, что настоящий чинтан, настоящая предмет желаний, цель и стремление, это может быть только лишь быть Господом и служить Господу. А он просто теперь опять погрязнет в этом управлении, в этом материальном, в материальных взаимоотношениях, в пустых материальных взаимоотношениях, в пустом накоплении богатства. И поэтому он плакал всю дорогу. So this is telling, what is that? No, tell you, this is the only Krishna for you. He, you know, Lord have three forms, one Paramatma form, one is the Brahma, one is the this is own form. So telling him not this, when you got somebody Brahma, you are not completely satisfied. Like the Sukadeva Goswami, Chatusan, before they are realizing Brahma, but after when they are, you know, when understand the glories of Krishna's beauty, then left this Brahma. And the Paramatma also somebody before they are what is the Paramatma, but when got happiness of this Krishna's eternal forms, happiness when you target. So telling Atma not this is not in Brahma, not Paramatma, only frame, you know, only frame, only if somebody got this from the frame, then you completely satisfied, take the darshan of Krishna only by pray. Not any Brahma, not Paramatma, not yoga, not karma, never, only pray. Что же является этой шреей, то, что дает полное удовлетворение и счастье, самым высшим достижением, это Кришна Према. Только лишь она удовлетворяет сердце. Какой бы там ни был человек, считающийся выше, считающий себя уже, видящий себя уже выше всего мирского, полностью погруженный в она трансцендентное бытие вне этого материального мира, то есть в медитации на Брама.
Какой бы там ни был великий йоги, который в сердце своем созерцает прекрасный образ Вишну, даже если они получают даршан Господа, они сразу мгновенно оставляют и медитацию на Прамананду, и медитацию на Параматму своим сердцем. Okay, вот God это является Шрея. God Brahmananda. Tomorrow, after that, there are 6 questions. Tomorrow, listen. 5 questions, answer. Завтра будем слушать последующие 5 вопросов и ответов. Итай Гор Брахмананда. Арти. Okay, you want to speak something? You?